живет в моем сердце, и мне нравится то, что сегодня много парочек было в зале. Это очень приятно, они там все целовались, обнимались, я всех видела, за всеми наблюдала, всех запомнила, да. Это такая энергетика, конечно, особенная. А для вас этот праздник что-нибудь значит? Какие-то, может быть, как-то вы отмечаете по-особенному? Или есть какие-то традиции здесь связанные? Или что-то запоминающееся было в этот день? Я стараюсь праздник этот избегать, как и вот всех таких праздников. Мне хочется получать цветы в другие дни, а не по праздникам. Ну и сама я предпочитаю говорить, что люблю без повода. Какой для вас самый романтичный город? Самый романтичный город? Сейчас скажу Благовещенск, никто не поверит. Владивосток. Почему? Какие-то воспоминания или что-то там есть? Ну, все вместе. Мне очень нравится то, что там два моря, то, что там есть выход в океан. И такая свобода, и моряки, и ветер. Что-то такое по ощущениям. Что для вас любовь? Не могу ответить на этот вопрос. Я еще не собираюсь пока умирать завтра и планирую разузнать это в течение жизни. Спасибо вам большое, любви вам. Спасибо.